Здравствуйте, с вами Информ ТВ. Сегодня вы узнаете, почему серьезно больная летучая потеряла надежду. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Елена Летучая рассказала о неутешительном диагнозе. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена оставить работу на Первом канале. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Летучая прокомментировала информацию о том, что покидает шоу «Летучий отряд» на Первом канале. Телеведущая подробно объяснила ситуацию. «Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе, считаю нечестным. В начале декабря стало плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился – нестабильная стенокардия», – рассказала Летучая. Елена объяснила, что ей запретили летать по 2-3 раза в неделю, как того требовала передача. В итоге телеблондинка выбрала здоровье. «У нас еще была надежда с Нового года, и мы ждали решения врачей. Вдруг что-то другое, может быть просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты», – поведала лишившаяся надежды Елена. Однако Летучая не теряет оптимизма и попросила поклонников не падать духом. «Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого канала, но сейчас мне нужна ваша поддержка и понимание. Люблю вас, всегда с вами, Елена Летучая», – написала ведущая. Между тем Первый канал прокомментировал ситуацию. В пресс-службе сообщили, что с декабря пытались найти выход из неприятного положения, даже рассматривали вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей студией, но он показался неубедительным.